Здравствуйте, с вами фонд «Щоденник и війни». Нашей командой были созданы уникальные фонтаны желаний, которые можно увидеть на наших выставках, находящиеся перед Харьковскими воротами, на въезде в город Харьков со стороны Чугуева, и перед воротами на въезде в город со стороны Киева. Фонтаны желаний «Бумеранги», находящиеся в городе Харькове, являются для украинцев уникальными и символичными. Вместо монет, которые люди обычно кидают в фонтаны и загадывают желания, чтобы вернуться в это же место, эти фонтаны наполнены взорванными снарядами, бомбами и минами, которые россияне сбрасывали на украинские города и поселения, а также привезенные на территорию Украины и уничтоженные украинской армией. В каждом фонтане не менее 200 тысяч патронов к стрелковому оружию. Посетители фонтанов загадывают желания, требуя, чтобы такое же количество снарядов вернулось обратно домой, на Россию, принеся столько же боли и страданий, сколько принесли они на территории Украины, напоминая о том, что силе действия равна сила противодействия. Мы сведем на нет все мечты агрессора и вернем нашей стране мир и стабильность. Тому, кто придет на территорию Украины с войной, эти фонтаны станут напоминанием, что их агрессия рано или поздно обернется против них самих. Как будто говоря, кто пришел с войной, здесь и понесет свою тяжелую кару. Таким образом, фонтаны желаний символизируют веру, силу, надежду и бескомпромиссность Украины в защите своей дорогой родины. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Вместе мы непобедимы. Слава Украине! Героям слава!